В минувшие выходные Иваново стало Всероссийским центром боевых искусств. Здесь впервые состоялся открытый традиционный личный чемпионат и первенство по карате среди детей, кадетов и взрослых. «Золотое кольцо 2013». Для участия в данном турнире приехали спортсмены из 24 команд и 14 регионов. Почти 400 участников. Очень надеюсь, что здесь выступают сегодня и как те, которые первый раз в жизни делают свои первые шаги на татами, так и те ребята, которые будут выступать завтра среди взрослых, особенно уже заслуженные мастера спорта, которые будут отстаивать и представлять нашу страну на всех международных соревнованиях. Соревнования проходили в 2 дня. Сначала свои боевые навыки участники показывали в личном зачете. Без соперника, наедине с судьями, ребята демонстрировали поединок с воображаемым противником или группой противников. В карате этот принцип называется ката. О том, что необходимо для победы над невидимым соперником, большинство участников, которые уже являются многократными призерами, говорят с сознанием дела. У меня есть 1 золотая медаль, 2 серебряные и 2 бронзовые. Нужна тактика и хорошо обозначать. Каждое движение борцами отрабатывается месяцами. Чтобы, попав в боевую ситуацию, тело работало само на основе рефлексов, вложенных многократным повторением ката. Ведь каждый каратист знает, что главное преодолеть не противника, а самого себя. Тогда и враг будет повержен. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.